Они видят этих животных впервые. У павианов тоже есть молодняк. И с котятами ей лучше держаться на расстоянии. Она старается отойти подальше, чтобы обезьяны не почувствовали угрозу. На первый раз достаточно. Через километр она объявляет привал и щедро угощает их молоком. Однако за ними наблюдают. Вскоре котята опять начали веселую возню. Самец леопарда не выпускает их из виду.